Анютка, дай я телефон не закрою. Тут достань. А, да. Я заберу. Вместе со мной. Конечно. Классно. На сегодня. Не, все, дальше опасно. Я сегодня буду в надежных руках. Где? Нич, есть зажигалка? Еще. Сам еще. Да. Может, у тебя и дороги есть? Нет, дороги мои, дороги. Слушай, я не такая наркоманка. Тра-ля-ля, вручали ноги. Да хватит ты своими ляжками трясти. Да я, блин, стараюсь наоборот. У неё отличные ляжки. Что ты лишь против? Я-то как раз ничего не умею брать, поэтому я не люблю, когда трясут меня лишний раз. А мне очень нравится. Окей, дайте. А, ладно, нахуй. Достает вообще с первого дня нашего знакомства. Это круто. Она мне ведьма! Когда мы с Надькой, кстати, танцевали у Мухина дома, там прыгали на кровати. Кошечка, Ольга с разбега падала на эту кровать. А потом Митяя мы закрыли с Филом на балконе. Минут 30, короче, просто специально их не выпускали. Нам просто не хотелось, чтобы они. Я помню, как Настя встала и сказала, я не должна ни во что вмешиваться, и вышла. Да, да, точно. Я думаю, блядь, ее заслали из прошлого, короче, типа, она не должна вмешиваться в будущее. Мы там заворочили с Филом. Да, 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 да. Она очень серьезно. Катастрофа не произошла. Да.